Никогда не будет прощения тем, кто ликовал после событий в Буче и объявлял их американским фейком. Нет и не будет прощения ни при жизни, ни после смерти тем, кто ликовал после Мариуполя, тем, кто ездил туда и говорил, здесь будет новый театр, я его возглавлю, тем, кто лепил зеды на свои фасады. Нет и не будет прощения. Клеймом. И никогда я не буду с этими людьми сидеть за одним столом круглым. Говорят, ну да, ну мы были неправы, но нам много лгали. Вы хотели, чтобы мою семью публично вешали на Красной площади. Не меня, черт с ним, со мной. Мою семью, моих детей вешали на Красной площади. У вас не получилось, я их увез. Прощения вам от меня нет и не будет. И моя литература не будет наводить мосты с дерьмом.